Коротенькое видео. Улица Красной Армии напротив дома офицеров. Вон там красненький за деревом. Вот, а я подхожу к бывшему ресторану Дружбе. Вот сейчас тут написано кафе, бар, бильярд, дискотека. Вот, вот здесь вот был один из трех балтийских ресторанов. Такой один из самых популярных. Вот это была Дружба. Вот, был ресторан Дружба, был ресторан Золотой Якорь и был ресторан Балтика. Ну, ресторан Балтика — это там вот, там, где я снимал «Поле чудес». Он самый такой убогий был. Ну, в плане, это просто обыкновенная стекляшка, такое кафе. Вот, не знаю, даже кафе не работает. Я, может, тут хотел чайку попить. Ну и даже не знаю, ладно. Вот. Был ресторан, стал развлекательный комплекс. Сейчас его со стороны немножко засниму поближе. Много тут было выпито. Денег просажено. Холостяцких, правда. Не семейных. Ну все. Теперь недостатка в местах употребления спиртных напитков нету. Категорически. Вот. И сейчас я еще подойду к дому офицеров. Просто. Вот, вот сквер такой красивый там. За сквером находится забор, за которым стоит бригада кораблей охраны водного района. 64-я бригада кораблей ОВР, ДК ОВР. Все, опять же, я его снимал, дом офицеров. Да, вот я еще хочу заснять свою экспедицию. Вот тут вот такое здание, все-таки тоже за забором. За белым, как я сказал, тут бригада кораблей ОВРа, но раньше тут находилась 9-я океанографическая экспедиция. Та самая, с которой я ходил в Мозамбик на гидрографических судах. Вот, вот это вот розовое здание за домом, сейчас я подхожу, это казарма личного состава и столовая там у них была, у матросиков. Сейчас там, судя по всему, просто какие-то решетки на окнах. Здание запущено просто, да. А вот это вот здание красное, блин, его за деревьями плохо видно. Это было главное здание экспедиции. Вон красное торчит здание, но из-за деревьев его не видно. Ну вот, к сожалению. Сейчас я, может, приподниму там что-нибудь. О, не, не дотянусь я. О! А я вам сейчас объясню, молодой человек.